Зовут меня Анатолий, я копирайтер в российской IT-компании Travelline. И мои коллеги, руководство компании отправило меня на этот тренинг. Не буду петь особенных дифирамбов и оставлять уж очень восторженного отзыва. Однако, скажу следующее, тренинг несомненно полезный. И что здесь особенно хочется отметить? Мы на тренингах, как я понимаю, нового фактического материала мы не получаем, однако получаем кое-что другое. Это две вещи. Первое, с тренером общаться можно лично и при желании задать ему вопросы, получить у него личную консультацию, чего нельзя. Гораздо труднее сделать онлайн, тем более при просмотре, при чтении его книг, да, при просмотре его видео-аудиокастов. Вот. А второе, что, пожалуй, главнее, это установление между тренером и студентом некой такой космической связи. Ей, пожалуй, нет названия, вот, однако и ее руками не потрогать, словами не назвать, да, как говорится, мозгами не понять и глазами-то не увидеть. Вот. Пожалуй, это зарядка энергии, творческой энергии, жизнеспособностью от тренера, от мастера. И могу прямо сказать, без лишних слов, что в случае с Денисом эту связь я почувствовал. Спасибо.